Там он встретился с руководителями консервных предприятий края и побывал на заводе «Бондюэль Кубань». Это крупнейший комплекс района, который является лидером консервной отрасли Краснодарского края. Губернатор осмотрел цеха производства и оклеивания банок, упаковки и хранения продукции. Как отметил директор комплекса «Бондюэль», это единственный завод в России, где упрощена логистика. Предприятие одновременно занимается и консервацией, и производством банок. Сырье компания выращивает на своей территории, а также закупает у фермеров края. А уже после за круглым столом речь шла о развитии консервной отрасли Кубани и о том, как идет подготовка к новому сезону.